Друзья, это Москва, улица Неглинная, самый центр Москвы, банк Российской Федерации, так называемый ЦБ, это американский центральный банк, который отвечает за выплату дани России и Соединенных Штатов Америки. И здесь сегодня наши товарищи, соратники из народно-освободительного движения пришли сюда, тут раздают листовки, газеты и... Наша активистка Татьяна Габова сейчас исполнит песню. Давай, Таня. День за днем мы жили, не зная, кто несет по миру страдания. Нам США внушали так быстро, что крушат везде террористов. Мы все цело им доверяли, что диктатора бомбили, а не в Югославии, что Ирак угрожает химоружьем, а в Ливии Каддафи свергнуть нужно всем. Так бы мы в обмане и жили, их жвачку жевали, с врагами дружили, все цело убийцам бы мы доверяли, а они бы страну за страной разоряли. До наших границ добрались они быстро, и опять нам твердят, что крушат террористов. И с ужасом правду о них осознали, когда они в Донбассе детей убивали. И Донбасс наш родной заслонил отчизну с собой, чтоб помочь им мы пришли в нот. Поднимайся, единый народ, цель отечества вернуть. Это к мирной жизни путь, только вместе сможем побеждать. Сумели это осознать? Так знай же, Запад, мы пробудились на делишки, ваши глаза открылись. Союз вы разделили, чтобы всех коварно разорять, но мы умеем вместе побеждать. Пусть 90-х временно вы победили, и земли наши центробанки захватили. Внедрили конституции, чтоб дань платили мы, и войны разожгли на территории страны. Но мы восстановим союз наш родной, за Донбасс мы станем стеной. Чтоб победить, нам всем нужен он. Поднимайся, единый народ, цель отечества спасти. И иного нет пути, только вместе побеждать. Врага смогли мы распознать. Они сами взорвали башни-близнецы, чтобы захватить Афганистан. Они убили Хусейна и Каддафи, чтобы выкачивать нефть из Ирака и Ливии. Они разрушили наш могучий союз, чтобы уничтожить поодиночке, превратить в рабов. Грабят Украину, грабят Россию, все страны постсоветского пространства, их колонии с 90-х уже хватит. И вот тогда решили мы объединиться, враг одурманил тех, кто не успели пробудиться. Фашисты захватили в ридной Украине власть, а те, кто правду осознал, заставили напасть. Сын Байдена мечтал хотеть из лазовый газ, который уничтожил бы родной Донбасс. Скорее, украинцы, пробуждайтесь, и против оккупантов за Донбасс объединяйтесь. Восстановим союз наш родной, за Донбасс мы станем стеной. Чтоб победить, нам всем нужен он. Поднимайся, единый народ, цель отечества вернуть. Это к мирной жизни путь, объединившись побеждать. Сумели это осознать. Вот такая вот песня, друзья. И наше дело правое. Скоро центральный банк превратится в государственный банк. Госбанк России, Госбанк Руси, Святой Руси. И не будет никаких тут у нас независимых каких-то там центральных банков, которые хотят, когда хотят, тогда и роняют жизненный уровень народа. Не бывать этому.